Всем привет, мои хорошие. У нас сегодня воскресенье, и мы приехали на завтрак с детками. Папа поднимает игрушки. Мы приехали в место, в котором я была два раза до этого. Последний раз была, когда была беременна. Здесь есть лошади, есть птицы, насколько я помню. От Чифли называется ферма. Ферма здесь. Здесь такая панорама, просто супер. Но только ради этой панорамы стоит сюда приехать. Мы приехали поздно, народу мало. Это хорошо, потому что когда приезжаешь сюда пораньше, здесь места нормального здесь не бывает. Несколько столов буквально занято, и все. Посмотрите, здесь такой воздух, просто нечто. Я вам еще, конечно же, поснимаю панораму. Посмотрите, просто посмотрите, что это такое. Какая это божественная красота. Я в сотый раз повторю, я хотела бы жить вот в таком вот месте, где очень мало народу, где горы, зелень. Вообще, я любитель зелени, горы, природы. Это место для фотосессии, здесь всегда бывают фотосессии. Небо тоже красивое. Мои, как всегда, что-то жуют. Мы позавтракали рисовой молочной кашей. Ну, завтрак завтраком. Димон, не солнышко. Завтрак я полностью, когда принесут, вам сниму. Захарашка спала, только проснулась. Ну, только проснулась. Я не хочу, солнышко, сама ешь, пупсик, сама ешь. Омлет детям принесли. Так, сели мы внутри, можно еще на улицу сесть. Сейчас я поснимаю. Видите, да, мало совсем народу, что мне очень нравится, потому что приходишь пораньше, народу бывает очень много, бывает очень шумно. Очень шумно бывает, потому что все приезжают на завтрак с детьми. Дети, естественно, все шумят. Вот там прямо лошади. Попозже я вам их сниму обязательно. Здесь огромное место. Вот там тоже есть посадочные места. Район это Борново. Если кто живет в Измире, захочет сюда приехать. Борново, Речине. От Чифли. Детская площадка, но моих на такой качели не покатаешь. Мои еще мелкие для этого. Вот название. Баба. Так, дети шумят. Я, честно, не знаю, до какого времени бывает таких заведений в завтрак, но сейчас я вам скажу, 2 часа где-то, около 2. Завтрак до сих пор есть. Так, отсюда тоже я вам панораму сниму. Здесь ветерок. Как нам муж сказал, ой, холодно, на улицу холодно. Он же утром вышел машину помыть и так далее. Я оделась в свитерок. Хорошо такой теплый толстый не надела. Детей тоже одела. Совсем-то не холодно, просто немножко прохладно. Так, пошла я к своим деточкам. Надеюсь, уже весь завтрак принесли. Ну, как-то так. Вот бюрек. Омлет для деток. Омлет отдельно заказывали. Оливки.
зелень, помидор, огурцы, какой-то соус. Нам принесли вареные яйца, масло, еще какой-то соус. Это я не знаю, честно сказать. Это, по-моему, сушеные перцы. Очень много всяких соусов ненужных. А по делу поесть-то толком ничего нет почему-то. Сыр два вида, варенье, мед, кайма. Эти бюрек они здесь называют, но это типа пустышки. Это творог. Это я даже не знаю, что. Буне, тахинма? Тахин. Пекмес тахин. И мои гюзлемешки. Bizim bütün gözlemelerde peynir de oluyor. Ama hani patates istedik. Bu patates peynirli oldu. Tamam. Aha, tamam. Tam biz gözlemeşik ya nikuda. Я люблю gözlemeşik. 6 aylık mı? Ne yok. Bu 15 aylık. Ne iş oldu? 15 aylık daha yeni yeni oturmaya başladı. Bunlar ama kız yani. Şey, ikiz olduğu için bunlar küçük oldu. Ne güzel. Tek mi tamamı? Yok. Знаете, что Аслан сделал с моим яйцом? Зигра? Зиграшка, что папа от тебя хочет, а? Что хочет папа? Кормит и кормит, кормит и кормит. Да, мамина? Да, солнышко? Ой, мамина, солнышко ты. Аслан все бросает. Аслан, здесь у нас пчелы летают. Что мне с тобой делать? Ты все выбрасываешь. С тобой что делать? Эй, Аслан Кулак. Аслан, это муха. Зайрашка, ты наелась? Наелась? Точно наелась? Да? О, меня все кровит. Вон она лошадь, видите, да? На них можно покататься. Вот еще одна. Это лошадь. Это не гав-гав. Вот еще одна. Ну, запах, конечно, ой-ой-ой. Асланчик, Аслан, тебе нравится лошадь? Ух, запах мерзкий. Смотри, вот лошадка. Лошадка, видишь? Нравится тебе лошадка? Сейчас дам потрогать ему их. Какую-нибудь выберем, какую можно потрогать. Вот мы и кроликов нашли. Сынуля в шоке. Гав-гав там сзади остался. На, вот этот уже отдай. На, отдай. Дай зайчику. Кролику дай. Дай кролику. Выбросил, он их побаивается. Ничего, привыкнет. Весело. Вот так. Смотри, как кушает зайчик. У него это не посмотри, какие сладкие. Видишь, как кушают? Они такие же маленькие какие-то. Посмотри, какие сладкие. Да кролик. Кролик, маленький-маленький кролик. Пойдем за зефрашкой. Аслан в шоке. И курочки, и кролики, и лошадки, и собачки. Кого только нет. Кроликов он исями называет. Они чем-то же похожи, мягкие, такие же, как кошки. Давай ручку, дай маме. Ручку дай маме. Дай маме ручку.
Упадешь, ручку дай мне. Пися на свой. Это гав-гав, это не Ися. Гав-гав это. Кавка. Давай. Вон там кролики. И собачка. Там внизу лошадки остались. Красота. Мой сын сегодня отказывается позировать ни в какую. Слышал? Это кто у нас? Это курочки, что ли? Петушок. Это, наверное, петушок. Ко-ко-ко, ко-ко-ко. Петушок, петушок. Золотой крепишок. Гав-гав там остался. Гав-гав. Пойдем за Зихрашкой, солнышко. Пойдем за Зихрашкой. Опа! Пойдем? Пойдем за сестренкой. Мы в детстве кушали вот это. Я очень любила. Что такое мы в детстве не делали? Гав-гав, да, гав-гав там остался. Она за лошадкой наблюдает. А он на стесах дедел. Юкада Талшанва. Талшанвар орда. Дедим гастерим. Элинер де ван. Зихрашка засунула руку лошадки чуть ли не за горло. Бак, бак, бак. Тамам, Георгий. И папа стоит рядом, смеется. Я бы сама зашла от страха. Но здесь такие лошадки привыкшие. Шоколада, да? Какие нравятся. Тебе нравятся, да, солнышко? Да? Солнышко мое. Смотри, сколько зайчиков пришло. Как же без качель? Ну как же без качель? Правда, здесь одна. Пока Аслан с папой. Мы с дочей на качелях. Опа, кролики понравились ей. Лошадки понравились, да. Ай, дядя, дизик. Тебя тоже посажу. Чуть-чуть подожди, чуть-чуть подожди. Ay Allah, nasıl seviyor bu sancaklar? Sen buraya gel. Gel buraya sen. Мои хорошие приехали домой, и дети заснули по дороге, чтобы их не видели. Я сижу в машине с ними. Потому что когда их домой несешь, они просыпаются сразу. Ну так вот. Будем ждать, пока проснутся с нами, когда выспят мамины ангелочки. Я сама хочу спать.